Это событие с одинаковым нетерпением ждали не только руководители автосалона, но и потенциальные клиенты, среди которых и физические, и юридические лица. Еще бы, надежность и качество автомобиля ГАЗ проверено большим 82-летним опытом. А приятные демократичные цены удовлетворят запросы даже самого взыскательного клиента. Брестский салон является официальным представителем холдинга «Белгаз Автосервис», лидера автомобильного коммерческого рынка Беларуси, сервисно-бытовая сеть которого охватывает все регионы страны. Новый центр призван улучшить качество обслуживания автомобилей знаменитой марки, а также сделать их более доступными для покупателя. Необходимость открытия этого центра в первую очередь связана с тем, что, чтобы улучшить продажу и обслуживание автомобилей марки ГАЗ в регионе. Мы напрямую являемся представительством Горьковского автозавода. Мы выполняем весь комплекс работ по доставке, предпродажному обслуживанию, гарантийное сервисное обслуживание, послегарантийное. Автосалон по праву может гордиться большим перечнем предоставляемых моделей. С ним могли познакомиться и участники мероприятия. Дилерский центр осуществляет реализацию всей продуктовой линейки компании. Некоторые авто сегодня были представлены впервые. Например, ГАЗ C41R33, который сошел с конвейера только в сентябре. Презентация этой модели в Беларуси состоится 6 ноября в Минске. А брестчане смогли познакомиться с ней значительно раньше. Или каркасный автобус ГАЗ А60 3R4210, будущий лидер пассажироперевозок. Комфорт и надежность, низкие эксплуатационные затраты и быстрая окупаемость создают популярность новой модели автобуса. Этих машин в Беларуси пока единицы. Такой транспорт, уверено руководство холдинга, особенно полезен для нашей страны. Марку хорошо все знают, газовских автомобилей, и без нее просто представить невозможно работу ни сельского хозяйства, ни строительства, ни промышленности. Везде наши автомобили работают. И газоны старые, известные, и газели, и бизнес-газели, и сегодняшние газели Next, которые уже появились на улицах Бреста и области. Так что просто без этих машин работать, я считаю, невозможно. Однако не только традиционными автомобилями сегодня заняты производители. Об этом говорилось на пресс-конференции для журналистов. Несмотря на время, многие люди до сих пор с особой любовью относятся к автомобилям былых времен. На предприятии учтена и эта потребность. Сегодня при заводе в России существует специальный салон, который занимается ретро-автомобилями и их восстановлением. Все это дало возможность ввести вот такой вот восстановительный практически процесс, ну, применительно, конечно, к каждому автомобилю, который служит донором для производства вот этого. То есть, по сути дела, есть такое ателье у нас на заводе, которое восстанавливает такие машины. Белорусский холдинг и дилеры будут активно развиваться и дальше. А в знак того, что это мероприятие не последнее и новые автосалоны будут появляться еще, участники церемонии торжественного открытия высадили возле центра ЕЛ. Кроме того, в честь знаменательного события от нового автосалона стартовал автопробег, который пройдет по городам Беларуси и завершится 28 ноября в Минске.